Так, ну что, продолжаем молчаливо засранца. Не знаю, игра не такая уж и плохая для гитмапа вообще. В принципе, вполне ничего. Конечно, управление немного непонятное. Подача сюжета необычная. Ну так, чтобы прям полностью засрать игру, я бы не стал. Бои немного корявые, поэтому выполнение всех ачивок будет сложновато сделать. Quiet Mine — это как тихоня, а не то, что он там глухой какой-то. Попали, это ж... Это понятно, да.
еще такое вот. Да блядь! Да ну нахуй. Сейчас опять не эту бабу смотри. Да съеби ты, пожалуйста, женщина. Съеби нахуй. О-о-о. Хуйня написано. Хуйтей. Thank you.
Да блять, это пиздос какой-то. Как-то неправильно, как-то коряво. Сука. Да пошла ты. Опять у меня сразу набил. Да ёбаный ты, сука. Ой, опять эта женщина. Сиби, пожалуйста. Я тебя прошу, просто иди нахуй, не беси меня. А, сука. Ты таком вута владеешь таким охуевшим. Да? Блять. Когда это ты обучился? Просто идешь, все хлопишь, чувак, что с тобой не так? Я тебе ничего не скажу, твои глаза об этом. Вот так вот, да. Фак. Я наступил тебя на ногу. А, мне же больно, чувак, отпусти.
да, и сразу его... Миссис Полиц? Мы все на одно лицо? Что преступники, что... Полисия? Его надо было называть не Quiet Man, а... Как вот слепой? Вот слепой надо было, мэн. То есть ему похуй. Все персонажи на лицо, кроме тех, что необычные. Просто взять те же фразы и как бы их делать заглушенными, чтобы при этом все можно было хоть что-то различать. А то выходит, что ладно бы, если наш чувак выжил только звуки, так получается, он же еще и говорит, значит, он совсем глухой и вообще хер пойми. Ты никуда не пойдешь. Потому что я хуй знаю, все так страшно в этой игре. Ну, получится отличный битэмап, но нет. Про обычного такого пацана, который стал супергероем. Стольких людей побило, у тебя даже руки не только лично. Я целые. Он любит свои волосы об лицо об свое вытирать. То есть для этого ты бегал, все было отлично. Что с тобой?
всего лишь сон. Так, это ни хуя не все. Да, взаимодействия с предметами тут как раз и нету. Нормальных захватов. Чего? Он делает маску? Роешься в грязи, очипка за главу. Блядь. Непонятно, тишина, куча звуков. Ну, заход, вот, вот. Ужас. Воу-воу-воу-воу-воу! Да как так вышло-то? А.
морды нахуй. Я хочу. Как тут ни разу не получить с таким вот. Прям. О! Боже, опять эта женщина сейчас будет. Ты бы вот уже съебала со своей рожей, бифандовой. Сейчас слово. Ты уже писешь меня. Чтобы надпись быстро game over continue. Это подача. Да вот как ты. Сука, вот это мне не нравится совершенно. Кья. Бдишь.
блядь, на, хуй. Ой, сейчас опять эту бабу, блядь. Увидеть я уже не могу, нахуй, я видел. Съеби, пожалуйста, женщина. Как ты там сзади подкрался? Ты заебал вот это, мне честно. Как мне вот это вот бесит, блядь. На, нахуй. Бандану, блядь, в задницу. Тварь. Китайской одежки, значит, он типа знает стиль какой-то там драгона, блядь. Блять, с тобой. Нет, что с вами, серьезно. Ну, игру запороли. Вообще, по сути. Может, назвать хорошенькую игру. Нет, блять, такое дерьмо. Такой потенциал загубили. Thank you.
бои вообще корявые. Ну, блядь, ну серьезно. Да съеби ты, блядь, не заглядь. Что за... Ты больная, что ли? Что за маниакальная вот это вот, блядь? Ударов и отруб, когда по нему такую серию прям ебашу, нахуй. Съеби уже, блядь, женщин, сука. Что мне, блядь, сделать-то? Разбитое. Да мне ебало бьют? Да блядь! Сука. Боже, ты, блядь, дохнешь, овца. Съеби, пожалуйста. Я так же с улыбкой прошу, просто. Иди нахуй. Да дебил нахуй. Ой, серьезно, нихуя просто понятно. Нихуя. Ой, ты съеби ты, блядь, ты овца ебаная. Блядь, в очко себе нахуй свой ебало засунь. Заебало ты. Я же, блядь, вот... Я вижу... Да, сука, блядь, бесит! О, ты, бля, вот это дерьмо, нахуй! Да съеби ты, блядь! Блядище ебаный! Ты меня мыкаешь?
Сколько здесь, блядь, должен идти вообще? Типа я должен заходить за замедление. Он типа накидывает, мне нужны были те кроссовки, да? Я заслужил те кроссовки. Ты ни черта не знаешь о том, как мне нуждался в кроссовках. Мне было так тяжело. Да блять! Я не понимаю этот момент, когда мне надо уворачиваться в этой хуйне. Это так тупо, блядь. Зачем же это так тупо? Потому что нет никаких подсказок, когда мне надо наносить удар. И это вообще-то горя вопрос, я не понимаю. Да иди ты нахуй уже, баба. Совсем никак на фото. Блять, там у одной женщины труба вот эта вот гудит. Заебала. И так же сейчас ебало набить. Починить не может. Клянусь, я найду тебя, Педро, и прикончу. Не знаю, о чем говорить, но типа подобное. Типа. Серьезно, два баллона или три баллона, которые должны были взорваться хоть еще минут назад. Только начали. И почему она здесь оказалась? Голова.
почему она здесь оказалась? Каким макаром, каким образом, что не так? То есть это и был наш главный злодей? Че, братья ниндзя не появятся? О, опять эти же, да? Нихуя, женщины на руках. Он еще их ногами отпиздил. Ты что, типа Ван Панчмен? Или ты стараешься стать как он? Это начало Ван Панчмен? Да, встали, потом упали. Пальцем тыкает. Хоть нам туда. Она здесь больше на зеркало похожа, чем на фото. В их сценах. Пиздуй, говорит, туда пальцами пока. Ты заебал, хули ты говоришь, что ты не слышишь, при этом ты говоришь, блядь, словами, сука, тупорылый, и при этом жесты не показываешь. То есть ты умел говорить, а тут ты перестал, тебе перепонки ловить. Что нахуй с тобой вообще странное? Дела творятся. Надо быстрее там субтитры, чтобы знать, в чем вообще пиздительно. Так-то, блядь. Как все до этого дошло? Сюда я пропустил, что ли?
Блять, меня ее труба там бесит, или чё у нее там, что сделать, сука, не может. Детектив, да? Он их такой старый, он их убил или он их оглушил такой с кулаками? Ну аж, ну аж. Пошел нахуй. Блять, да как она бесит, ей-богу нахуй. Голова вообще чё как, блядь, закончилась или чё вообще происходит?
Все, типа, глава. Следующая, да, или это контрольная точка? Или... Да, блядь, да как она вот, сука, бесится своей батареей, нахуй, или чё у неё там, сука. Овца, блядь, драная, блядь. Думаю, на этом все. Все. Давай. До скорого, блядь.